вот смотрите, вот этот Дусман уже можно видеть. Книжечки разные. Вот он здесь вход. Вот, и я сейчас туда зайду. И как минимум куплю лютую Библию для Андрея с первого курса, который очень просил меня ее купить. Может быть, и новый перевод Библии я и себе приобрету. Ура, я в этом чудесном месте, и это прекрасно. Отдельная полочка с Библиями. Сразу, конечно же, Мартин Лютер, вот, который я как раз собираюсь купить. Еще в разных вариантах. Ура, я осчастливил себя покупкой двух лютеровских Библий. Одну подарю Андрею, вот. И одну оставлю, наверное, себе. Я пойду сейчас на Фридрихштрассе, сяду и проеду одну остановочку на Избане, потом выйду на Алексе, вот, зайду там куда-нибудь в супермаркет и пойду домой. Доехал на родном Избанчике с Фридрихштрассе до Александерплац и был абсолютно счастлив, да, и до сих пор счастлив. Реально, как я соскучился по этим замечательным немецким Избан. Я оставил позади меня Александерплац, вот, конечно, можно было бы там побегать, поностальгировать с камерой. Но я думаю, у нас еще будет такая возможность, надеюсь. А мне нужно просто успеть за продуктами. Я дошел до дома и начал искать где-нибудь поблизости супермаркет. Ну что-то прям поблизости прям не нашел. Вот, и смотрю, такие два милых-милых полицейских идут. Вот, такие уже в возрасте немножко. Ой, я к ним подошел, спросил у них, и они мне сказали, что где-то вот там вот за углом должен быть вот... который до 9 работает, замечательный магазинчик, Supermarkt.